Знаменитый хореограф Даниил Глихенгаус и журналист Первого канала Ольга Паутова, недавно официально ставшие мужем и женой, устроили пышную свадьбу, на которую пригласили друзей, близких и весь свет фигурного катания. Среди гостей – Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Алина Загитова, Анна Щербакова, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Морис Квитилашвили и другие. На свадьбе, помимо самой Анны Щербаковой, присутствовали ее родители. Все вместе они вручили Глихенгаузу и Паутовой очень необычный подарок. Семейство Щербаковых вручило новобрачным картину, на которой изображены Ольга и Даниил. Подарок сопровождался видеороликом, в котором показан процесс создания портрета.